Эй, hey, вы на моем канале, и сегодня я буду показывать вам DIY, как можно сделать рамку на память своими руками. Нам понадобятся фотки, еще одна фотка, которую я распечатала и разместила в рамку. Вот на эту рамку я буду клеить ракушки, которые я собрала с берега Каспия. Вот, я их очень много собрала. Двухсторонний скотч, потому что я буду клеить карту Казахстана именно. На двухстороннем скотче. Почему я решила все это сделать? Потому что я буду скоро планирую путешествовать по всему Казахстану, потом и по другим странам, по другим городам. И, собственно, это был первый, ну, один из тех городов, где я была вне Шымкента, поэтому я вот сюда. Я была в Актау, кстати. Посмотрите мое прошлое видео. Я распечатаю фотографию и приклею сюда, и каждый раз я буду выкладывать здесь сюда фотографию. И да, ребята, из-за того, что я прикрепила карту двухсторонним скотчем на стену, у меня утром карта оказалась на земле, поэтому мне пришлось закрепить карту обычными гвоздями. Объясню сразу тем, почему я не стала покупать в Актау готовые рамки, готовые тарелки, украшенные кучей ракушек. Да потому что мне не понравилось. Мне не понравилось, как они были украшены, мне не понравилось, какие там картинки, да вообще бессмысленные. Поэтому я решила сделать фотку, которая лично мне нравится, и рамку, чтобы вот я от души это делала и вспоминала каждый раз, как мне было хорошо в Актау, как это море меня успокаивало, и, в общем, было классно. Я клеила рамку обычным суперклеем. Клей лучше для этого нужно просто поставить ракушку на рамку, покапать на нее несколько капель клея, подвигать ее в разные стороны, таким образом клей хорошо распределится и на ракушке, и под ракушкой, и таким образом у вас будет хорошая склейка, и есть возможность, что ракушка не упадет. В общем, я обклеила свою рамку ракушками, так как мне хотелось, так как мне было видно. Я специально распечатала эту фотографию всей нашей команды. Мы были на соревнованиях по воркауту. У меня на канале есть видео с этого соревнования. А, нет, я его у тебя ВКонтакте публиковала, так как авторских прав было очень много. Мне пришлось не выкладывать это видео. Актау. Просто обожаю этот город за то, что он находится возле моря. И здесь безумно красиво, просто безумно. Так как у меня с ноутбука удалились все фотографии, и до 14, до 15 лет у меня нету вообще никаких фотографий, никаких воспоминаний, поэтому я считаю, то, что их нужно копить сейчас, чтобы потом в старости вспоминать все это, да хотя бы когда не будет настроения вспоминать и понимать то, что много чего было сделано. Моя рамка уже высохла, я клеила ее ракушками, которые собрала на берегу Каспия, и, собственно, вот. Я уверена, это лучше, чем покупать готовые. Если вам, конечно, не лень, лично я люблю сама своими руками все делать, поэтому вот. Я надеюсь, вам понравилось. Лично мне очень, потому что я делала это своими руками почти все. Что полезно я могла сделать ради вас. Я надеюсь, у меня получилось поднять вам настроение, помочь вам как-то в будущем сделать что-то своими руками. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте обязательно лайк, поддержите меня, и я буду делать еще больше и еще круче. Потому что вы знаете, что на моем канале всегда есть настроение. Так что подписывайтесь.